14 июля из жизни ушла актриса театра и кино Наталья Антонова. Большому числу зрителей она известна благодаря роли Нади, которую она сыграла в фильме «Друзья и годы». Также Наталья Антонова снималась в лентах «Секундомер», «С тех пор, как мы вместе» и в других. Актрисе было 86 лет. Пятнадцатого июля свой земной путь завершил советский и российский рок-музыкант, актер, поэт, радиоведущий Петр Мамонов. В начале 80-х Петром Мамоновым была создана рок-группа «Звуки Му», которая впоследствии стала популярной. В конце 80-х музыкант начал сниматься в кино. Зрителям он запомнился по лентам «Игра», «Такси Блюз», «Царь» и «Остров». Всего Петр Мамонов сыграл более 10 ролей в кино. Актеру и музыканту было 70 лет. 15 июля этот мир покинул солист хора турецкого Борис Горячев. Он родился в 1971 году в Москве. Окончив хоровое училище имени Свешникова, поступил в Московскую консерваторию, откуда позже перевелся на отделение хорового дирижирования Музыкально-педагогического института имени Гнесиных. В хоре турецкого Борис Горячев работал более 20 лет. Ему было 49 лет.